Сегодня в Вилюйске в местности Хомустах состоялось торжественное открытие 11-го республиканского национального праздника «Эссе Халанхо». На праздник прибыли более 20 тысяч гостей с разных районов республики и регионов России. В последние годы Вилюйский район тесно сотрудничает с Роскосмосом. По такому поводу церемонию открытия посетил и летчик-космонавт, герой России Олег Котов и представители госкорпорации. Прекрасная просто организация, очень интересно. И приятно прикоснуться к историческим и этническим корням одной из самых больших федеративного субъекта России, то есть Якутской. Якутия, Саха-Якутия, потому что действительно громадная территория, прекрасные люди.